Наверное, хотелось бы и не видеть всего того, что было обнаружено. Случай был связан с педофилом, тренером, который развращал малолетних детей. В нашей работе бывают случаи, которые оставляют такой неприятный след. Я работаю в отделе компьютерно-технических экспертиз и радиоэлектронных устройств. Занимаемся проведением компьютерно-технических экспертиз. В наши обязанности входят исследование информации на носителях информации, жестких дисках, ноутбуков, системных блоках, серверов, и мобильные телефоны тоже. Проводя экспертизу, мы отвечаем на вопросы, поставленные перед экспертом. Например, выгрузить какую-то информацию, проанализировать фотографии, картинки. То есть все зависит от вопросов, которые поставили перед экспертом. То есть, по сути, мы такое ответвление в сфере информационной безопасности, которое занимается изучением и аналитикой данных. То есть, как произошло какое-то событие, например, если взломали систему, каким образом взломали, с помощью чего, как закрепились, горизонтальное, вертикальное закрепление. И, находя эту информацию, пишем заключение, предоставляем инициатору. Помимо таких, как мы, есть еще белые хакеры, черные хакеры, серые хакеры. Черные, они занимаются незаконной деятельностью, крадя информацию. Белые – это, по сути, то же самое, только они действуют в правовом поле, соблюдая законодательство. Например, если какая-то из компаний заключила договор с такой организацией, которая занимается проведением исследований, то данные специалисты взламывают, проверяют систему на уязвимости, а потом предоставляют отчет, где необходимо подправить, что закрыть. По сути, наш отдел занимается исследованием информации после того, как событие произошло, после того, как взломали систему, например. То есть мы занимаемся этим. Я закончил Военную академию Республики Беларусь, факультет связи автоматизированных систем управления. 5 лет отработал в вооруженных силах. После этого мне предложили устроиться, перевестись в комитет судебных экспертиз. И мне это понравилось, потому что отдел только-только формировался. Все время необходимо изучать что-то новое. Технологии все время развиваются, и у нас никогда не бывает похожих компьютеров. То есть, и это очень интересно, меня это привлекало. Для работы в нашем отделе необходимо иметь специальное образование, необходимо знание операционных систем, работа с программным обеспечением, быстро схватывать, изучать, развиваться. Все время необходимо развиваться, потому что, опять же, повторюсь, мир не стоит на месте. Когда на экспертизу приходят компьютеры, телефоны, перед экспертом инициатор. Инициатор — это может быть милиция, следственный комитет, департамент финансовых расследований. В постановлении прописывают список вопросов, на которые необходимо ответить. И эксперт, работая с компьютером, ищет эту информацию, выгружает ее. И в дальнейшем составляет заключение. И информацию, которую обнаружили, записывают уже инициатор. В процессе производства экспертиз бывает, что находим какую-то, интересную информацию, которая может пригодиться следователю, например, в дальнейшем при расследовании какого-то дела. Такая информация также записывается, в заключении прописывается, что была обнаружена там-то и там-то, и выгружается. Перед нами часто ставят вопросы о поиске документации, фотографий, чаты, браузеры, история браузеров. Все зависит от дела. Если это связано с распространением наркотиков, то ставят вопросы. Необходимо найти переписки пользователя этим устройством. Ищем фотографии.
то есть с закладками. Если на экспертизу приходит устройство с установленным на него паролем, стараемся подобрать пароль, вот, и одновременно с этим заявляем ходатайство о предоставлении пароля. На мобильных телефонах графические ключи, пин-коды чаще всего взламываются без проблем. Вот. Ну, а на все остальное необходимо время. Ходатайство – это, грубо говоря, переписка между экспертом и следователем, чтобы все было зафиксировано на бумаге. То есть для того, чтобы ответить на определенный вопрос, мне необходим пароль, предоставьте мне его. Следователь проверяет там либо свои материалы, если он забыл указать, указывает дополнительно и присылает эксперту. Далее эксперт работает с этой информацией. Из интересных случаев, с чем чаще всего сталкиваюсь я, это шифрование каких-то организаций. Вот. Ну и вообще интересно изучать и понять, как действовал злоумышленник для того, чтобы зашифровать компанию. Вот. С последующим получением выкупа. Вот. Ну, проводя такую экспертизу, нужно прям изучать компьютер на базе там системных событий, изучать реестр, что происходило, в какой момент он подключился, каким образом подключался, какие инъекции использовал для того, чтобы взломать систему. Инъекции – это, грубо говоря, на компьютере установлен ряд программного обеспечения, и для того, что и в каждой из программ есть уязвимости. Вот, и для того, чтобы взломать компьютер пользователя, необходимо подбирать данные инъекции. Вот. И мы занимаемся, конкретно я в том числе, занимаюсь поиском данной информации, каким образом он закрепляется, какие следы после себя оставляет. То есть, может быть, в процессе, чаще всего злоумышленники пользуются VPN, но бывают случаи, когда он отваливается, перестает работать, и они могут оставить свои реальные координаты. Вот. Возможно, где-то мы обнаружили, каким образом он закрепился, то есть подбор, разведка. Он занимает, то есть в самом начале он занимается разведкой системы, проверяет, куда можно зайти. Далее изучает, с помощью чего он может проникнуть в систему. И, проникая в систему, устанавливает уже вредоносные программы. Чаще всего бывает так, что человек проник в систему, установил программное обеспечение. Для того, чтобы пользователь данного компьютера не увидел, что происходит с его системой, злоумышленник скрывает его из диспетчера задач, скрывает все окна, чтобы на компьютере не было никаких следов и информации о том, что вообще что-то происходит с компьютером. Обычно пользователь этого не увидит, но специалисты, если есть отдел информационной безопасности, они могут отследить данные события, ну и там либо отключить данный компьютер, либо уже работать со взломанной системой и проверять, что будет дальше происходить. Чаще всего ставят вопрос, с помощью какого программного обеспечения было взломано. Вот, мы ищем это программное обеспечение. Каким образом проник в систему, также ищем. Каким образом, в какое время, что делал. Вот. Ну и на компьютере почти всегда остаются следы. Бывают крайне редкие случаи, когда вообще ничего нет. И можно посмотреть часть информации из вот этого общего алгоритма взлома. То есть разведка, закрепление, шифрование, каким образом зашифровывал. По поводу шифрования информации, как это обнаруживают чаще всего? Приходит, например, главный бухгалтер на рабочее место, включает компьютер, пытается запустить бухгалтерию, она не запускается. Пытается открыть документ, он не открывается. Начинает как бы смотреть, разбираться, что произошло. Оказывается, что там в файлах поменяли расширение. То есть это уже первый признак того, что компьютер зашифрован. Шифруются вообще все данные на компьютере. Точнее, будет правильно сказать, все популярные расширения файлов. Документы, картинки, видео. При шифровании тех же баз данных уже не будет возможности работать с бухгалтерией либо другими программами, необходимыми в работе. Хочется отметить, что большая часть информации, действий пользователя хранится на компьютере, то есть при попытке удаления файлов их можно восстановить, посмотреть, в какое время это было сделано.
Ну, например, в последнее время многие сталкиваются с телефонным мошенничеством. К нам тоже такие экспертизы приходят. Хотелось бы напомнить, что необходимо ставить сложные пароли. Наверное, про это говорят уже везде, но я думаю, стоит напомнить, что необходимо ставить сложные пароли, обязательно двухфакторную аутентификацию. Если там позвонил какой-то неизвестный номер, говорит, что украли банковские данные, там вам необходимо что-то сказать, не нужно сразу паниковать. Сказали хорошо, положили трубку, нашли в интернете номер банка и позвонили в банк и спросили, это вы мне звонили или нет. Потому что бывает, что человек на панике положил трубку и сразу же по этому номеру перезванивает и спрашивает, это мне действительно банк звонил или нет. Ему там, естественно, говорят, да, это банк, вот, ну и говорит уже свои там персональные данные, там номер карточки, три цифры на обратной стороне. Вот этого делать не надо, нужно успокоиться и, как говорится, подумать, как перепроверить эту информацию. Вообще не стоит всему доверять, а всегда информацию нужно перепроверять. Социальные сети обычно взламывают методом фишинга, то есть присылают вредоносную ссылку, переходя по ней. Например, я сижу в Телеграме, мне прислали вредоносную ссылку. Переходя по ней, у меня открывается страница ВКонтакте. До этого я и так осуществил вход в это приложение, но переходя по ссылке, у меня отображается страница, якобы введите свои данные для того, чтобы войти во ВКонтакте. Вводя эти данные, они оказываются у злоумышленника. Далее с моей страницы может осуществляться там рассылка другим пользователям, либо начинают писать друзьям, переведи деньги и так далее. То есть не нужно переходить по ссылкам. Ссылки можно проверять, благо хватает сайтов, где это можно сделать. То есть скопировали, вставили, проверили, вредоносные, невредоносные. Вот. Ну и, как я уже говорил ранее, необходимо установить двухфакторную аутентификацию. Дополнительное подтверждение своих данных. То есть обычно вы ввели логин, пароль, нажимается «Войти в систему», вас не пускают, потому что нужно еще ввести код из СМС, например, либо код, который отправляется на электронную почту, либо в приложении 2FA, там, Authentication. Вот. Ну и, как бы, это, грубо говоря, двойная защита. На всякий случай, потому что украсть логин и пароль легко, но для того, чтобы преодолеть вторую защиту, необходим уже телефон, либо компьютер пользователя, куда эти смски будут приходить. В нашей работе бывают случаи, которые оставляют такой неприятный след, потому что вот один из случаев был связан с педофилом, тренером, который развращал малолетних детей, и, ну, то есть, понимая, что рядом ходят такие же дети, у меня у самого есть ребенок, понимая, что это происходит, становится как-то, ну, тяжело. И когда к нам пришло это дело, то есть, наверное, хотелось бы и не видеть всего того, что было обнаружено. Было обнаружено там куча фотографий детей. Вот. Однако даже после того, как нашли эти фотографии, этот человек все равно отрицал и говорил, что он этого не делал, что фотографии просто скачаны. Но опять же вопрос, зачем тебе эти фотографии? Ну, я лично не могу этого понять. И в дальнейшем, когда стали там более подробно изучать и анализировать фотографии, информацию на его компьютере, обнаружили на одной из фотографий с ребенком его руку. Сразу мы не знали, что это его рука, но на ней из-за очень хорошего качества фотографии были хорошо видны, как бы, его отпечатки пальцев. Вот. В дальнейшем при взаимодействии там с криминалистами удалось выяснить, что рука действительно принадлежит ему, и в этой ситуации ему уже было сложно, как бы, отнекиваться и говорить, что он этого не делал. Нам все-таки удалось помочь в раскрытии этого преступления и отправить этого человека
нести законное наказание. Бывают случаи, когда человек покончил жизнь самоубийством, и, казалось бы, это обычное самоубийство, но для того, чтобы подтвердить эту информацию, необходимо исследовать его компьютер. Ну и для понимания, что произошло, можно посмотреть историю браузеров. У нас один раз был случай, когда пришли в квартиру, то есть осмотрели квартиру, два трупа. Очень похоже на убийство. Далее, после проведения экспертизы, оказалось, что данные люди состояли в секте, и это было как жертвоприношение там. То есть он убил жену, а потом покончил жизнь самоубийством. И в истории браузера было обнаружено там куча сайтов, как уйти из жизни, как лучше, как быстрее это сделать. Дело было связано с распространением наркотиков. Эксперт, изучая телефон, отфотографировал все, начинает снимать чехол, оттуда выпадает пакетик с каким-то белым веществом. Вот. Ну, то есть сразу же как бы от него отошли все, доложили руководство. Вот. Вы попросили приехать следователя, следователь все описал, изъял и назначили уже другую экспертизу. То есть помимо того, что мы проводили свою экспертизу с данным мобильным телефоном, наши эксперты, которые занимаются там проведением химических экспертиз, они уже занимались изучением, что это за вещество выпало. Также был случай, когда пришел системный блок, то есть изъяли все жесткие диски, стали изучать, и нам вообще нужно извлечь все накопители информации, которые присутствуют в ноутбуке либо в системном блоке. И мы проверяем, есть ли там диски, обычные CD-диски. То есть открываем, смотрим, а там оказалось не устройство для чтения дисков, а полка. Полка тоже с какими-то веществами. То есть, опять же, по алгоритму доложили, вызвали следователя. Следователь писал, изъял и назначил, опять же, еще одну экспертизу. Наши эксперты занимаются изучением вот именно проникновения и поиск следов информации, которая была скопирована.